Всем привет! Мы отходим от Италии и уже третий час сидим над домашкой. Да, очень сложное задание, очень много спорных вопросов. Угу. Нет. Нет, мы не спим, мы здороваемся. Мы здороваемся. Ты уже отсыпалась? Да, почти. В Орсоли. Да, мы пока сами здоровались, к нам зашли гости и украли у нас соль. Вот так и живем. Шел уже третий или четвертый час нашей работы. Вообще, что-то ничего не клеится. Не клеится, но решение уже близко. У нас уже пошел процесс. Уже вроде как все получается. Правильно. Что-то я заканчиваю делать. Мы поучились. Мы, блин, с часу... Кать, сколько сейчас время? 6. Сейчас, ого, мы 5 часов учились. И сдвинулись совсем немного. Там очень такое сложное задание нам дали. Вот, поэтому я такой замурзанный. И Катька такая уставшая. Еще мы голодные. И мы соскучились за картошкой. И поэтому у нас сегодня будет тортилья, да, это называется? Наверное. Я хочу тирамису. Я хочу сегодня сделать ужин на итальянский. А он долго делает тирамису? И нет. Ну, я умею делать, поэтому недолго. А-а-а. Тирамису и карбонару. И карбонару такой же делать? Да, и вино, и сыр. У-у-у. Класс. Сегодня у нас такой домашний день. Вот, и я решила приготовить сегодня тирамису. Да, и кому интересно, я буду показывать, как это буду делать. Первое, что вам понадобится, это сыр маскарпоне. Без него тирамису не выйдет. Получится вкусный десерт, но не тирамису. Яиц. А сахарную пудру куда? Сахарную пудру я потом в белки буду добавлять. Теперь нужно все хорошенечко взбить, а потом добавить сахарную пудру в конце. Для меня вот знак, что уже хватит, это очень-очень четкий рисунок. Вот, вот так вот и остается. И он никуда не девается. Вот, абсолютно та же самая форма. Вот все вот так торчит, все очень густое. И теперь это мы добавляем сюда. Ты что, съела? Еще мне вот Стас принес кофе. Заварил. Тут где-то пол-литра. Вот, там мы будем макать наши печеньки. Там покажу. Только 3 желтка. Вот 2 у меня в чашечке, потому что я буду делать карбонару. Они мне пригодятся. Но почему я так сделала, кстати? Потому что если кинуть все 5 желтков, то крем будет очень жидкий и будет течь. В принципе, это тоже вкусно, нормально, но это неудобно потом доставать,
класть на тарелочку и так дальше. Так, теперь у меня есть платочек, который я буду все складывать. Хочешь? Нет. Это нужно вырезать. Не хочу. Я хочу уже готовый продукт. Видите, чем Катька меня кормит? Остатками. Да. Я люблю делать так. Ты включи, чтобы он лучше было. Да. Не хочешь? Я боюсь. У меня печеньки. Печеньки мои здесь. Теперь на 2 секундочки буквально нужно макать их в кофе. Кстати, я кофе немножко разбавлю, чтобы оно было прохладным немного. Что оно еще, все еще теплое сильно. И теперь выкладываю печеньки сюда, когда буду макать. Сейчас померяю, как мне нужно их выложить. Лучше так. Теперь макаю и ложу. Теперь эту штуку нужно отправить в холодильник, и минимум 2 часа она должна постоять, пропитаться, все, лучше вообще на ночь. И потом, когда будем подавать, нужно притрусить это все какао. Но только потом, потому что если сейчас это сделать, оно, естественно, намокнет и будет уже не то. Видите, как на Катю влияет Италия. Ну не только на Катю, Галя тоже помогала. Да, я смотрела. Да, и Стас со мной помогал, мы играли в футбол. Вот. А, нет, Стас вообще внес просто неограниченный вклад, он наливает вино. Ты, девочки, на вино подсели, мне страшно. Алкашки. Алкашки. Это все из-за Гали. Да, мы вообще не хотели вино покупать. Галя сказала, купите нам вина с Италии, и теперь вот пьем. Ну вот, мама теперь посмотрит ваш выпуск и скажет, что я злоупотребляю. Да, ну ладно. Мама, имейте в виду. Угомоните вашу дочь. Пока девочки готовят, мы со Стасом, используя информационные технологии, а если быть точнее, HDMI кабель, подключили футбол и с ноутбука теперь транслируем на телек. Оп. Наш домашний ленивый день подошел к концу. Вот, мы сегодня еле акклиматизировались на новом старом месте. Да. Без всяких там быстрых мгновенных передвижений 40-минутных по городу. Да. Вот. Ну, 40-минутных я имею в виду до точки, потому что у нас в Риме в основном мы так ходили постоянно. От одной точки до другой точки 40 минут, чуть отдохнули, потом опять 40 минут, чуть отдохнули. Да. В общем, бешеный ритм был. Но мы все-таки сегодня внесли кусочек Италии в свой день, потому что приготовили карбонару, еще тирамису, но мы, кстати, его не съели. Но да. Завтра у него есть. Угу. Завтра еще будет кусочек Италии. Да, и покажем, какой у нас получился. Вот, надеемся, вам понравился этот выпуск, хотя бы потому, что здесь был рецепт тирамису, очень вкусный и элементарный, кстати. Кстати, да, и я напишу в комментариях ниже подробно, сколько чего вам нужно для рецепта. Этот рецепт, правда, очень хороший и очень простой. Угу. Я пока снимал, я сам выучил, как приготовить. В следующий раз ты готовишь. В следующий раз, да, а ты снимаешь. В общем, будем ложиться спать, нам завтра на учебу. И мы будем спать. Ночью. Да, мы сегодня сделали домашнее задание.
Ух, это было очень сложно. Это не было так очень сложно, как это было очень долго. Да. Да. Ну, мы очень долго разбирались. Пошли спать. Пошли спать. Всем спасибо, пока. Всем хорошего дня, всем пока!